Всем привет, друзья, с вами Варчик, и в этом видео я вас хочу предостеречь и помочь вам не попадаться на всякий разводняк и не потратить свои деньги впустую. В интернете существует очень большое количество всяких людей, которые пытаются нажиться на невнимательности пользователей интернета, и поэтому нужно быть внимательным и пользоваться всегда только официальными магазинами и всем остальным. Поскольку развести хочет каждый. Всегда проверяйте, и даже если вы, допустим, выиграли в какой-нибудь группе какой-нибудь прем-танк или еще что-то, или какой-нибудь приз, который нужно доставить, вам может написать не владелец группы, в которой вы выиграли, допустим, а написать мошенник и напишет: заплатите за доставку, и мы вам доставим ваш подарок. Вы платите за доставку, он и все, и он исчез. Вы деньги потратили, он деньги получил, и все, до свидули. Надо спрашивать, типа, предоставь доказательства, что ты владелец группы, там, и все. Если нет, до свидули. То же самое, когда вы лазите по всяким сайтам, если вы качаете программу. Вы можете накачать всяких вирусов или просто рекламы всякой на весь компьютер себе можете накачать, потому что мошенники пытаются всунуть рекламу везде, во все приложения, для того, чтобы получать за это деньги, потому что рекламодатели платят им, чтобы больше людей охватывало их рекламу и видели их продукт. А мошенники суют ее во все приложения, чтобы оно засоряло все компьютеры, и все. Тем самым отчет сдали, что они типа на рекламу навыдавали, и много людей посмотрело. А на самом деле они ее просто нагло всовывали куда не надо и засоряли компьютеры пользователям. Поэтому нужно смотреть, что вы качаете, кто вам что пишет и на каких сайтах вы лазите. Вот, допустим, мне скинули сайт, похожий вроде бы на World of Tanks. Все, смотрите, все вроде один в один. Но, во-первых, сейчас проходит футбол везде. И, короче, в прем-магазине там много карточек продается. Вы видите, что здесь карточек в принципе нет футбольных. Уже какое-то подозрение. А так все вроде бы такое же, как в прем-магазине картошки. Но еще заметили, что нету вот здесь вот каких-либо значков дополнительных или что-то такого в этом премиумном магазине. Поэтому все такое вот странное какое-то. Но зато в этом прем-магазине есть защитник Е25, Type 59 и, в принципе, всякие такие танки, скорпионы. В общем, самые популярные и редкие танки прям сразу тебе в лицо на и покупай их. Но где такое видано, чтобы картошка одновременно продавала столько танков и нету нигде футбольных карточек, когда проходит футбол и продаются футбольные карточки? Ну, просто бред. Если тут потыкать, то нас перекидывает на официальный сайт картошки. Видите, мой ник здесь. То есть я нажимаю назад, и загружается сайт не Картошкин. Видите, здесь я не авторизован вообще. Но если я зайду в поддержку, на кнопке поддержка стоит ссылка на официальную страницу Картошки. Вот, я здесь авторизован. Это официальная поддержка Картошки. А этот сайт, он неофициальный. Вот здесь ruwargaming.net, вроде бы точно так же, как и в картошке. Шоп вот, но тут какой-то малыны какой-то. Короче, полный малыны. Но у меня есть сохраненная страница вот в браузере. Официальная World of Tanks. Тупо официальная. Я здесь захожу в прем-магазин, в котором я авторизован каким-то образом. А в этом прем-магазине нет, удивительно.
И как вы видите, здесь на первой странице ни Е25, ни Та-59, ни защитники, ни скорпионы. Здесь на первой странице всякие хреньки и карточки футбольные. Плюс еще здесь вот такая здоровенная Wargaming, Net, Limited, та-та-та-та-та-та. Сведения о сайте, там, тыры-пыры. А здесь, она еще это открылась у меня. Так. А на этом сайте какая-то параша. Просто написано «защищено». Типа сделали вид, что защищено. А здесь прям написано не защищено, а прям Wargaming, Net, Limited, тры-ты-ты-тры-ты-ты. А вот это какая-то помойка. Подобие защиты какой-то. Вроде бы тут что-то написано. Да что ты бесишь? Здесь вот 55 файлов куки. Здесь каких-то 45. Сертификаты, шмидификаты. ruwargaming.net, кому выдан сертификат. Действительность 20.01.2018 по 21.01.2019. То есть с начала года оно действует и на один год. А здесь с 2017 по 2018. И здесь написано, кому выдан wargaming.com. То есть как-то wargaming. А здесь какая-то просто название сайта ruwargaming.net. То есть получается там wargaming.com или что там, это основное произведение искусства. А здесь ruwargaming.net — это основная страница, и все. По идее, у этого, что это там, больше ничего нет, только вот эта одна страница, и все. То есть одна единственная страница, все, там больше ни хера нету в этом сайте. Он одностраничный какой-то, все. Просто одна страница в интернете. И самое прикольное, что очень легко могут повестись, и некоторые люди заходили, и они не понимали, типа, что происходит, а какая разница? Сайт-то тот же самый. И если посмотреть, вот, допустим, вот здесь корзина есть и купить. А здесь, видите, по-старому, здесь нет корзины. Здесь только купить. И выбираешь, чем купить. Но здесь, если купить, тут, кстати, в подарок нету кнопки еще. Я так понимаю, и вообще что-то не совсем открывается. Ну, вот какой-то это старый сайт, скопированный хер знает когда. Вот, и скидывают меня в какое-то очко драконье, чтоб я в нем потом что-то покупал. А в картошке, если буду покупать, то будет все по-другому совершенно. То есть, видите, вообще это просто левая деревянная страница какая-то любого человека, который может создать какие-то там кошельки. Это просто в России какой-то чувак сидит, создал себе Яндекс кошелек и через него все это крутит, вертит. Вот счет получателя, его надо долбить в очко, чтоб, сука, оно порвалось к ебеням. Потому что он наебывает танкистов и зарабатывает на этом бабос. Вот, в принципе, и все. Поэтому будьте внимательны, где вы лазите, что вы покупаете. Потому что вы потом купите эту хуету, вам ничего на аккаунт не придет. И мало того, что ничего не придет, вы еще потратите на это деньги. А после этого, как вы потратите деньги, вы пойдете в картошкин настоящую поддержку картошки и напишите туда: я потратил бабки, где мой танк? А Витя вам скажет: ты чё, лопух, куда деньги сунул, там и ищи свой танк. Вот, в принципе, и все.
будьте внимательны. С вами был Варчик. Играйте красиво, здесь не подходит. Всем пока.